Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем вот такой маленький аккуратный розовый цветочек. Если вам интересно, оставайтесь со мной, я вам покажу. Итак, начнем делать наш цветок. Берем трафаретик. У меня диаметром 5 сантиметров. И значит такой же будет размером цветочек. Берем ткань. И на ткани обводим. И вырезаем. Обводим аккуратненько и вырезаем. Вырезать нам надо, необходимо, да, 20 таких кружочков. Может, нам все не понадобятся, но лучше пусть будет запас, потому что все-таки где-то можно немножко не так сделать. И запасной лепесточек нам не помешает, скажем так. Вот, вырезаем аккуратно. После того, как мы вырезали наши кружочки, нам надо придать им форму цветочка. Для этого мы берем бумагу и обводим еще раз наш трафарет уже на бумаге. Вырезаем. Складываем пополам, еще раз складываем пополам и еще разок. Теперь на вот этой нашей заготовочке рисуем цветочек, скажем так, лепесточек один. И вырезаем. Смотрим, что у нас получилось. Получается в итоге вот такой цветочек. Это то, что нам надо. Будем придавать сейчас объем, не объем, а форму нашему кружку. Для этого его тоже слаживаем пополам, еще раз пополам и еще разочек пополам. У кого все это выскальзывает, убегает, утекает, можно булавочкой приколоть. Я, в принципе, справляюсь. Итак, прикладываем и вырезаем. Все эти операции проделаем со всеми нашими будущими лепесточками. Вот они должны быть такие красивые. Когда мы все их вырезали, нам теперь понадобится свечка, на которой мы будем наши края оплавлять, чтобы потом не сыпалось наше изделие, не портилось. Чтобы не портился внешний вид, скажем так. И теперь аккуратненько около огня оплавляем. Если будет немножко загибаться, это ничего, это даже хорошо. Главное, чтобы ткань не горела, оплавилась и не темнела. Вот таким образом обрабатываем все наши цветочки, лепесточки. Точнее сказать, лепесточки для цветочка. Теперь, когда наши все заготовочки готовы и клей разогрелся, начинаем непосредственно делать наши лепесточки, склеивать их. Берем неровненько вот так вот,
а немножечко на косую. И складываем. Раз. И промазываем клеем. И заклеиваем. Два. Вот такие лепесточки у нас получаются. Сейчас мы их делаем. И вот, когда ваши все лепесточки сделаны, склеены, наступает момент сборки самого цветка. Берем нашу заготовочку, на которую будем приклеивать лепесточки, чтобы получился цветочек. И начинаем. Намазываем на наш лепесточек клей. И прикрепляем к центру. Вот так, прям по центрику. Прижимаем. Стараемся только центр прижимать, чтобы все остальное было у нас, цветочек был как воздушный. Вот так по кругу, дружка к дружке мы их клеим. Когда первый круг приклеен, приступаем же сразу же ко второму кругу и проделываем то же самое. Намазываем и приклеиваем. Прижимаем в центре. Вот смотрите, теперь, когда второй ряд готов, мы уже приклеили его. Теперь надо заняться серединкой. Можно использовать бусинку какую-то. Мне кажется, будет очень симпатичный цветочек у нас получится. Либо из того, что осталось, соединяем вместе несколько. Делаем вот такую серединку. Думаю, что можно немножко обрезать. И вот, в принципе, вот так делаем. Сейчас намажем клеем. Прижимаем. Вот, дорогие наши рукодельницы, что у нас получается, какой цветочек. Если вам понравилось, ставите лайк. Вот, одеваем на крокодильчик. И, пожалуйста, вот такая заколочка красивая, аккуратно у нас получается. Всем спасибо за внимание. Всем удачи!